Привет, Маша. Мы поедем. А? Поедем или поедем? Как хочешь. Серьезно. Поехали на паровозике. На каком? Я завтра уезжаю. На каком? На этом? Вот на этом. На этом. Вот на этом, на поезде. Я не понимаю, про какой ты поезд. Про это! Да. Фу, нет, ну говно. Питер. Мы будем когда не имели кататься? Похуй, погнали, поедем. Или на вот этом. Может, сразу два? Самое крутое Емеля сказал. Только ты не будешь это снимать. Я буду. Где? Да. Давай посмотрим сейчас, сколько стоит. Как обычно. Чё, как обычно? 160 евро. Ну, стоит. Сотку? Да не, не улетит. Мы пойдем или нет? Да пойдем или нет? Пойдем. На что? Емельяна. Мне жалко сосу. Ладно, пойдем. Пойдем. Может, на колокольчик. Ладно, идем на меню. Это мы всегда на них лодках катались или нет? Нет. А я сыграл. Ну, пойдем или нет? Пойдем после сегодня. На Емель? Да. У меня телефон улетит. Ну, не знаю. Нет, ладно, я буду его вообще держать. А, спасибо. У вас тоже все справились. Да, достанем. Так у меня есть 200. Я срать хочу. Молодец. Парад в Чепе он уже закончился. Меня спросили, где? На салют нет, я в Кирове. Я в Кирове, может, пойду. Возьми билетик. А сколько он? Ты взял сдачу? Да. О, хуй, мне же стыдно. Это вы стыдно, когда там парень наблюдал? А, нет. Вы с тобой были? Нет. Когда там парень наблюдал его, его бабка раздела. Бабка раздела, и он голову домой пошел. Смотрите, видите, вот это аттракционы. С чем не сравняться? Там никто не катается. Где? На Емеле. Чё? Пизди ведь. Сейчас сядем в другой угол, он мужики на другой сядет. Просто так. Ладно. Где-то ставим этот с продукты не поедем. Может, не поедем так? Нет. Короче, мы сейчас поедем на Емеле. Всё, вырубай. Нет, я буду снимать. Не. Спасибо. Мы искали удачу. Это самый опасный в мире аттракцион. Не. Посмотрите на этого человека. Че за пидик? Ты че это написал? Че за гнида написала, блядь? Еблан, блядь, комнатный. Ой, там дядечка, пошли кататься. Нет. Нет. Я без пальмы провести телефон. Я оператор. Спасибо. Они как
подумали. Повесь пакет куда-нибудь. Да, повешу. Куда? Туда или туда? Налево. Фу, тут все сыроежское. Смотрите, мы сидим. Холодно. Че, тут по двое сидят? Нет, да. Давай. Все выключи. Да выключи. Короче, удачи. Смотрите. Не забудь потом все как-то. О, скоро ли мы остановимся? Сейчас заболею. Сейчас самая высокая будет. Да ты еще меня бьешь, что мне сейчас телефон. Чего, ты видел? Че? Надя, я тебя поведу домой. Все, ужасно. Все, нихуя, что ли? Продукты не сперли? Не сперли. Смотрите, мы покатались, короче. Фу, у меня сейчас просто что-то. Ваши ощущения? Никак, все. О-о-о, зачем вы после мака сегодня пошли? Мы всегда так ходили. Я в субботу первый раз. Чё? Нет? Так-то нет. Чё, куда? Когда-то ещё. Чё, ну? Я заболел толстый. Нет. Тупой, что? Ну что, ты не хочешь ходить в школу сразу? Не хочешь ходить в школу? Нет.
Сцените. Сцените, ты чё? Куда? Нет, не там. Пойдём, я ненавижу тот район. Почему? Там дебильный район. Ну вот, смотрите, вот на этой хуйне мы катались. А, на меня смотрят 8 человек. Ладно, все, можете уходить. Больше ничего не будет интересного. Все, убавимся. Нет, сейчас уйдут 5 человек. Вдруг они меня будут лайкать. Конечно. Ой, я замерзла. А где? А ты туда сложил наши сухарики? Кого? Ой, спасибо, спасибо. Кого сложил? Сухарики наши. Да, конечно. Вот видишь, мне лайкают. Спасибо. Давай посмотрим, кто это делает. Лазик, блин. Ой, у нас уже 6 человек смотрит. О, Марина, привет. Дробин, что ли? А? Дробин? Да, конечно. Как у тебя дела, как учеба? А, мне тошнит. Смотрите, крутая тачка. Это наша. Сколько там мурашки стоит? Да все нормально. Нет, меня не Маша зовут. Ты мне сейчас плохо смотришь? Нет. Да. Нет. Да. Нет. Идем в глобус. Не. Да. На. Да. На. Привет. На. Смотрите, моя Соша тащит мою шучу. Расскажи что-нибудь. Как ты покатался на Эмире? Плохо. Почему? Не знаю. Я хочу на большую. Так поехали в Питер. Поехали. Поехали. Уже не завтра в чемодан. Ладно. Поедешь? Да. Да, конечно. Конечно, ты не поедешь. Еду. Нет. Фу, зачем я в маке что-то съела? Все, 3 человека не смотрят. Все, выключай. Все, ладно.